В Барнауле открылась выставка работ художника Владимира Каминского. Он проявил себя в живописи, дизайне и даже архитектуре. О многоплановом художнике расскажем далее. Жизнь коротка, искусство вечно. Выставка посвящена памяти художника Владимира Каминского. Ее развернули в галерее музея «Город». И не случайно. В этих местах прошли детские годы Владимира Исааковича. На открытии аншлаг, разноплановость, масштабность, различные техники, богатая палитра. Произведения художника можно рассматривать бесконечно. Они очень отвечают вот его личности, они очень органичны, потому что это свобода, это маэстрия. Натура, она настолько преображается в его произведениях, как раз вот личностью его самого. Неотъемлемой частью Владимира Каминского были путешествия. По словам его супруги Светланы, даже на отдыхе мастер искал идеи для будущих произведений. Он никогда не брал с собой никаких, не делал эскизов. Все. Он просто впитывал в себя впечатления, и потом они как-то проявлялись в его работах. Внучка художника Кристина – преподаватель и член Союза дизайнеров России. Выбрала для себя творческий путь именно благодаря влиянию дедушки. Он успевал делать все. И все это зависело от настроения, от видения, от того, что он вот хочет сегодня отразить. Самые мои, наверное, добрые и теплые воспоминания связаны с детством и с его мастерской, потому что я на самом деле там выросла. Во многом он повлиял на то, вот, каким человеком я стала. Художник, скульптор, архитектор, дизайнер. У мастерства Владимира Каминского не было границ. После себя он оставил около 200 произведений, картин, проектов, которые до сих пор никого не оставляют равнодушным. Полюбоваться на них жители края смогут вплоть до 4 декабря в музее «Город». Елена Заздравник, Дарья Стрельцова, Сергей Седых. Новости.